трудно нам жилось-то, да. Потом Сибирь же тогда была. И вот я... Принуждали, вот тут вот принуждали, говорит, если кто не вступит, говорит, выключим отсюда. Вот, выключим. В комсомол. Кто не вступит, будем исключать из ФСУ-то. Вот. А я им сказала, я люблю церковь, хожу я в нее, говорю, я вас обманывать не буду. Если вам надо сборщиком каким-нибудь, давайте я буду собирать весовым опортом и все подобное. Вот. Вот. Они, значит, говорят, все равно вступишь, вступишь. Может быть, когда я говорю, разумом поворачусь. А пока, как я говорю, я есть? Нет. Люблю церковь, вас обманывать, я говорю, не буду. Люблю, хожу в нее. Ну, нет-то нет, отстали. Исключить не исключили, отстали. Сними скорби из моей благословля, буду готовить не исполнить волю, спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Пресвятого веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Что случится? Я говорю, я ничем не виновата. Церковь люблю, хожу в нее, все, и буду ходить. Да. Ну и все. А потом, вот помню, пришли к ночи-то, 12, наверное, ночи-то. Видно, подъехали, что ли. Какой-то зашел он, я не знаю, как его назвать, следователь, что ли. У двери милиционер небольшого роста в шинели. Да. Ну вот. А мы тесно так жили, я тут на кухоньке ютилась. Вот. Да, вот так вот. И чего уж он? Да, говорит, у меня в двух местах. Тут была икона висела и тут. О, говорит, в двух местах. Я говорю, я во все в четыре бы сделала, да нет помещения-то тут. Почему? Я говорю, вот у меня сундучишка. И был этот бронзовый крест на полочке на кухне тут стоял. Вот что-то он его взял с собой и унес. Этот следователь, что ли. Да. Потом сундучок маленький был, он в него полез искать. Я говорю, осторожно, у меня привычка иголки-то, я говорю, в катушку так сунуть, руки не покалите. Наши руки ко всему привычны. А то мне, говорит, распишись. Я гляжу, ох, я говорю, арестованный, я говорю, было бы за что. Вот. А там будешь расписываться заключенная. Господи, что это, я говорю, за что это? Да, ну вот, да. А зять-то старшей сестры был у нас домоуправ. Как это назвать? Домоуправ. Ага. Тут мы в одной квартире жили. Вот. А работник он был НКВД. Очень трезвый, хороший человек такой-то. Так стал я выходить. Мама как вскрикнула в углу, тут так присела, повалила. Куда это и за что? И я вышла. Ну вот тут это черенький небольшой автомобиль-то стоял. Сюда меня посадили, да. Милиционер, что у двери стоял, а этот следователь, что ли, он писал-то тут. Ну и вот и повезли, повезли.
Снимай. Да кто Христова невеста? Вот так на меня. Власть нехороша. Я только ответила, почему власть нехороша? В Священном Писании написано, всякая власть от Бога, какая бы она ни была.40 прошло, наверное, если не больше. Не помню. Мать умерла у меня в 48-м, в Ленинграде, дома прямо. 38 лет ей было. Отец погиб на фронте в Румынии. 37 лет. А потом мать умерла, я поступил в это, как его, вот, на телефонную сеть. Мать умерла у меня, мне дали сколько там на похороны? Немного дней. А я 4 месяца пробыл. Даже меньше. 4 месяца за прогул дали мне. За самовольный уход с работы. Я в лагере сидел. Второй раз осел. В 49-м. А? За что? Ну, за соучастие. Ну, в 49-м осел. В 53-м освободился я. Сталин-то помер, дали амнистия была. Это первый раз страшно, а потом тебя там все знают. Мы же одно колесо вертимся. Приходишь в камеру, допустим, в Новгороде, кто-то уже крикнул: «Аннушка, ты опять что ли?» Я смотрю: о, здорово, здорово. Ну чего, как ты? Да ничего. А ты чего? Да я вот чего. Каждый по-своему там, кто за что. В 58-м году сел опять. 3 года было дано. 145-е. Грабеж. Да ничего не брал. Я ничего не взял. Грабеж за карман. Да, приходишь в универмаг, там все в стопочку. Сам бери, короче. Мы называли универмаг «сам бери». Ну и сам берешь. Поймают, так поймают в универмаге. А не поймают, так хорошо, и поймают хорошо. И так хорошо, и так хорошо. Хватит уже гулять-то. Там хоть на нарах можно будет поспать. Вот уже скоро 7 лет на воле. Не хочется. И не думаю, и не мечтаю туда. Тяжело бывает, трудно. В другой раз что-нибудь такое смотришь, думаю: нет, пройду-ка мимо я этого магазина, и не надо мне ничего. Боже избав, еще под старость лет попадать. Как он начинает угорать. Чего я уже говорила, забыла. Значит, прихожу. И мне говорят: вот из сибирского лагеря тебе бумажка. Прочитать, расписаться. Срок наказания снижен. Вместо 8-3 года. А мне дали записку, когда 2,5 еще только прошло-то года-то. И вот я, значит, расписываю, думаю, с кем-нибудь перепутали, все. Ну, ничего не знаю. Прочитал, взяли.
Еще украинка одна была тоже, из котелка хлебает похлебку, глядит, да на меня смеется. Марья, Марёша, умолила ты спасителя, на волю пидешь. А мы, калишь грешные, Сеня, я говорю, перепутали с кем-нибудь. Из мужских бараков заходили. Скажите, может быть, надо заплатить кому, или написать кому. Не платить нечем, не писать некому. Перепутали, я говорю, с кем-нибудь. Перепутали. Нам песня жить и любить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. Отец до войны работал в большом доме, это был 4 звездочки, финскую отслужил, а в эту войну погиб. Ну а что вы сделаете? Жизнь прошла мимо. Я больше всего мать уважаю. Я у ней первый. Отца-то не так. Ну и отца тоже, но мать лучше. 38 лет. Молодая еще была. Операцию сделали и все. Сколько? 16 февраля умерла 48 года. Дома, прямо на глазах. На глазах прямо у нас. Поехал к тетке, я говорю, так и так. Она приехала, 4 дня дома пролежала, на Богословском похоронили. Это, как его, где вот электричка-то ходит, где-то здесь. Электричка там ходит еще. Ну вот. Я-то ходил, не нашел клад могилы. Твой. Все хорошо. Ты нормально по-летнему, да? Дети подойдут тоже, да? Может, кеточку померим? На лето. Давай. Нет, это маловато будет. Ну, нормально будет? Вот. Ну, чего теперь померим? Вот ты просил папочки. Вот такие, да, подойдут они тебе? Да, вот они как раз и будут 29-40.